Сан-Адри. В эти все крупные города в том регионе я ездил, она же не заехала. Я собираюсь туда. Если вы хотите что-нибудь мне там показать, я всегда с удовольствием принимаю приглашение от людей, которые готовы выступить гидами в городах, где я еще не был. Дизайнеры определяют по одному внешнему виду крутость или некрутость объекта. Это все субъективные оценки, которые влияют мода и тренды. Есть ли объективные критерии оценки дизайна? Нет. Пьют ли в Китае кофе и умеют ли его готовить? Да, кстати, кофе в среднем не такой поганый, как можно было бы себе представить. Уж точно он лучше, чем, скажем, средний кофе во Франции, которые якобы что-то в кофе понимают, а на самом деле таких помоев, как во Франции, больше вам не налит практически ни в одной стране. Ну, разве что только в Чили, где вместо кофе заваривают жопу. Какие альтернативы иллюстратору и фотошопу вы видите? Если честно, мне все равно иллюстратором я пользоваться не очень умею. Ну, на уровне там, выделить, подвигать какой-то объект. А мой главный инструмент — это Photoshop. Пока что меня он устраивает. Хотя у Adobe там немножко, конечно, чердак уехал, и все эти идеи с подписками, мне кажется, абсолютно омерзительными. Как организуешь путешествие, к примеру, любую экспедицию? Какие трудности встречаются? Организация любой поездки ничем не отличается от любого другого дела. Есть начало, середина и конец. Берешь и делаешь. Слышал про социальную сеть Цуко? Нет, не слышал. Как у вас организованы закладки в Safari? Я в основном пользуюсь закладками на Toolbar, где вынесены все основные сайты, по которым я хожу. А все, что находится в разделе закладки, это просто могила для ссылок, где, как правило, я второй раз уже не вижу никогда. Где купить серебряные палочки? В магазине. Что думаете о реакции саратовцев на ваш логотип города? Я думаю, что это успех. Какой фавикон ставить для сайта, если логотип состоит только из текста? Можно взять первую букву. У тебя клевая система работы, о которой вы, конечно, ничего не знаете. А вот если в почте много хуйни скопилось, как ты разбиваешь день, чтобы ее разгрести и при этом постоянно перемещаться по городам? У меня устроена работа с почтой очень просто. Все падает в инбокс, и это дела, которые надо сделать, или письма, которые надо разгрести. Оттуда я письма либо переношу в архив, либо переношу в другие папки по темам, либо стираю, если это спам. Поэтому у меня нет никакой проблемы, и я пользуюсь и мапом, у меня и в телефоне